кабинет начальника уголовного розыска вводит главного подозреваемого. Парня задержали за совершение ряда мошенничеств, совершенных на территории Приморского края. Он посуточно снимал квартиру, а когда находил клиентов, представлялся хозяином и пересдавал на более длительный срок. Сдавал ее на 3-4 месяца, а то иногда и на полгода. Следовательно, деньги брал предоплату сразу вперед и скрывался с места происшествия. На следующий день настоящие хозяева квартиры, которые сдали ее паршину, возвращались, видели других граждан и, соответственно, их выгоняли. Сам подозреваемый сознается в совершении пока только 8 эпизодов, утверждая, что работал не один, а все преступления совершены на территории Уссурийска. Я с кем занимался этим делом? С братом. Ну, сейчас не знаю, где он находится даже. А кто с ним еще был? Ну, его ж не подруга. Как выяснилось, до сих пор задержанный находился в федеральном розыске. Ранее привлекался за совершение кражи, имеет условную судимость. Отдел уголовного розыска обращается ко всем, кто пострадал от преступных посягательств данного человека. Если, посмотрев передачу, увидели, что это лицо им знакомо и является подозреваемым в совершенном преступлении, а граждане до нас еще не дошли по какой-либо причине, то, соответственно, необходимо обращаться в нашу дежурную часть на Калинина 17, либо непосредственно ко мне в 314 кабинет.